Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Галина. Я являюсь партнером компании Skinny Body Care. Решила сегодня записать видеоответ, так как часто спрашивают один такой насущный вопрос. То есть люди в поисках дополнительного или основного заработка, то есть, да, ищете вы все в интернете возможность, чтобы заработать. И вроде бы, ознакомившись с компанией, с информацией о компании, вы говорите: да, я готов работать, все. То есть, что нужно для этого сделать? Но когда вы узнаете, что нужно покупать продукцию в нашей компании, причем это, знаете, не такие уже огромные суммы и большое количество товаров, которые необходимо покупать, да, это всего одна единица продукции в месяц. Одна баночка крема. То есть это не тот продукт, который вы не знаете, куда деть, да, там, даже взять женщин, то есть любая любящая себя женщина все равно покупает для себя крем. Просто вы будете ходить в другой магазин и покупать крем для себя любимой. Так вот, когда доходит дело до того, что вы узнаете, что нужно покупать продукцию, вы пишете или говорите мне, что это развод. Я хочу заработать денег, а тут якобы мне говорят, что нужно тратить. Так вот, хочу ответить всем тем, кто задается таким вопросом. Если вы ищете для себя возможность заработка в интернете, неважно где, да, то вы должны понимать, что от сырости и от грязи деньги не заводятся. И если вам где-то говорят, пишут, что приходите к нам, не нужно ничего покупать, не нужно ничего продавать, но вы при этом будете зарабатывать. Задайте себе, пожалуйста, одним вопросом. С чего тогда вам будет компания платить? Вот мне прям интересно так с людьми, знаете, иногда разговаривать. А с чего вам компания будет платить? Вот я сижу тут такая, да, красивая. Пару миллионов лишних у меня есть. Давайте приходите ко мне все, да. Я построю такую клиентскую базу. Вы не будете ничего покупать, не будете ничего продавать. Но при этом вы будете получать хорошие деньги. Да это смешно. И вы верите, когда вам так обещают. А в итоге, когда вы узнаете, что нужно делать, вы потом горькими слезами плачете, куда вы влипли. Поэтому, если вы здравомыслящий человек и осознаете, что просто так ничего не бывает в нашей жизни, изучите информацию о компании, изучите возможность, за что компания платит, как вообще компания платит, какие виды заработка в нашей компании, конкретно я имею в виду, есть. Изучите информацию и потом задайте все оставшиеся вопросы тому человеку, кто вам дал информацию. А то получается как? Вы где-то схватили верхушки, похватали информации, ой, опять покупать. Развод. В чем, друзья, развод? Вы покупаете крем для себя. Вы не платите мне, вы не платите там за каталоги, за какие-то книги, за документы. Я не знаю, за что бывает в компаниях берут деньги. Вы платите за то, что вам придет продукт. Вы входите в магазин, покупаете бытовую химию, еду, одежду. Вот, то же самое, вы пришли в магазин, только вам не нужно идти в магазин, вам все придет по почте. И покупаете для себя крем. При этом вам компания дает возможность заработать. Вы, когда приходите к работодателю устраиваться, вам не говорят, что как вы хотите. Или вы пришли, да, устраиваться, вы же не говорите, давайте мне сначала зарплату, а потом я буду месяц ходить на работу. Нет, вы за свой счет ездите на работу, тратите на дорогу, питание каждый день, одежда на работу.
Это ваши расходы. Вы сядьте и просчитайте, сколько вы затратили за месяц, чтобы ходить на работу, прежде чем вы получите в конце месяца. При этом еще у вас работодатель вычтет налоги, какие-то затраты там, может быть, еще там у всех фирм, компаний свои правила там, то есть. И вы посчитайте, вы же не придете в конце месяца, когда получаете зарплату, и не скажете: вы знаете, извините, я не хочу сегодня платить налоги, да, даже те же 13%. Верните мне их. Да никто вам не вернет. Вы их отдали, и неизвестно куда, и неизвестно за что. На пенсию? Да я вас умоляю. Когда это будет пенсия, и сколько, вы сами даже не знаете. А приходя в нашу компанию, вы почему-то диву даетесь. За что? За что мы будем тогда получать? Задайте себе один единственный вопрос. За что компания будет платить? Либо вы будете бегать с каталогами и продавать продукцию, но при этом, опять же, изначально вам нужно будет купить продукцию, взять откуда-то из собственного бюджета немаленькую сумму денег, чтобы набрать продукцию. Пускай вы ее в 2-3 раза дороже перепродадите, да, и эту разницу в карман себе положите. Но изначально ее где-то нужно будет взять. А у нас нету никаких каталогов, чтобы бегали кто-то. Я за год работы ни одной баночки никому не продала. Поэтому прежде писать какие-то свои нелепые доводы, вы изучите информацию, обратитесь к тому человеку, кто дал вам это видео, задайте вопросы, откуда выплаты, как компания платит. И большая просьба ко всем, кто смотрит данное видео, чтобы вы запомнили только одно. Просто так халявы не бывает нигде. И от сырости, еще раз повторюсь, деньги не заводятся. Поэтому за то, что вы думаете, вы придете и просто так, что ничего не покупая, ничего не продавая, вы будете получать огромные деньги, ну, это самые натуральные лохотроны, пирамиды, которые вам обещают что-то нелепое. В нашей компании ничего подобного нету. Поэтому, друзья, все, кто смотрит данное видео, желаю принять вам правильное решение. Изучить информацию, обратитесь к тому человеку, кто дал вам данное видео, задайте вопросы, не бойтесь, никто вас не съест, не укусит, все вам по полочкам разложат, чтобы в вашей голове вы осознали, куда вы идете, как вы будете зарабатывать. Поэтому желаю всем правильных решений и всем удачи!